В субботу днем в Краснофлотском районе между железнодорожными станциями «Амур» и «Северная» задавлен поездом 31-летний мужчина. О ЧП диспетчеру доложил машинист локомотива грузового состава, под колесами которого и погиб человек. Железнодорожник, увидев на путях хабаровчанина, дал гудок и применил экстренное торможение. Однако горожанина это не спасло. Слишком малым было расстояние. Рельсы здесь делают поворот, насыпь не просматривается. Именно поэтому увидеть помеху машинист мог только за несколько секунд. По какой причине человек оказался на рельсах в опасной близости от состава, неизвестно. Версий не так уж много. Вероятнее всего, мужчина попросту не успел перейти пути, пересекая их в неположенном месте. Для безопасного перехода в этом районе имеется виадук, однако пользуются им далеко не все. Более популярна здесь тропинка, которая позволяет не делать крюк до пешеходного моста. Ходить по ней с риском для жизни предпочитают не только жители примыкающего к железной дороге частного сектора. Погибший местный житель, мужчина проживал в одной из высоток на улице Убаревича, неподалеку от места трагедии. Известно, что за день до своей смерти хабаровчанин был выписан из психиатрической больницы, где проходил 10-дневный антиалкогольный курс. С места происшествия Юлия Рябцева и Виталий Векслер.